Тебе, души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю, приди в силе сомны, и очисти нас всякие скверны, и спаси блажи души наши. Господи, благослови наше занятие, не дай уклониться нам ни направо, ни налево от истинного понимания слов Твоих. Прибудь с нами в этот воскресный день. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 1 стих. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Толкование. Поскольку выше сказал, что по той мере, как внешний человек тлеет, обновляется внутренний, таким образом сказал, казалось бы, нечто новое, то говорит, что когда это смертное и земное тело совершенно истлеет, тогда произрастут для нас бесчисленные блага. При этом снова рассуждает с ними о воскресении, хотя и не так ясно, как прежде, чтобы не показалось, что почитает их неисправными. Земной хижиной назвал тело, а тем, что назвал его хижиной, указал на кратковременность его, ибо такова хижина. Если же хижинами, храминами по-славянски часто называют и места упокоения праведных, то с прибавлением именно вечные храмины, Лука 16:9. Смотри же, как земному дому противопоставил небесный, а хижине дом вечный. Лично восхваление будущей славы нашего тела присовокупил нерукотворенным. Не для противопоставления этому телу, ибо оно нерукотворенно. Некоторые же под рукотворенным домом разумеют жизнь, проводимую нами на земле, а под хижиной само тело. Так что это место получает такой смысл. Если разрушится земная жизнь нашего тела, которую можно назвать и рукотворенной, как бы составленная руками, ибо хлеб, вино и тому подобное, из чего слагается наша жизнь, делается руками, мы будем иметь на небесах другую жизнь, неразрушимую и нерукотворенную, то есть не нуждающуюся в содействии наших рук. Вопросы? Идем дальше. 2 Коринфянам 5:2. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Толкование. Какое жилище? В нетленное тело. Небесным же называет оно не потому, будто оно сойдет свыше, но потому что оттуда будет ниспослана благодать нетления. Посему не должно скорбеть, когда постигают нас некоторые искушения телесные. Напротив, мы должны еще воздыхать о том, что не совлеклись всего тленного тела, чтобы облечься в нетленное. Это тело апостол не назвал хижиной, но жилищем, потому что оно пребывает вечно. 2 Коринфянам 5:3.
только бы нам и одетым не оказаться нагими. Толкование. Дабы не все полагались на одно нетление тела, говорит, только бы нам и одетым в нетление, и получив тело нетленное, не оказаться нагими. И славы, и безопасности, как имеющим скверну греха. Ибо всеобщее воскресение, а не честь. Вопросы? Непонятно, вот это те славы и безопасности. Читал, как будто такое впечатление, что она какая-то опечатка или что. Оделся в нетленное, а если жизнь оказалась недостойной, то окажешься там нагим. Вот пойдешь. А о какой безопасности здесь говорится? То есть тут написано, не оказаться нагими, запятая, те славы и безопасности, как имеющим скверну греха. Вот о грехе-то и говорит. А опасность-то в чем заключается? В грехе нашем. Наверное, так. А с грешной много грешного. Супер грешный. Супер. Да, архи грешный. Игнатий Тихонович, о какой славе и безопасности здесь речь идет? Да, вот надо вернуться к первому стиху. К первому. И вот он говорит, смотри же, как земному дому противопоставил небесный, а хижины дом вечный. Но это внимание-то не обращают, а в этом вся суть. Священное Писание дает вещи понятные, с которыми мы общаемся каждый день. И от них переводит к небесному. Говорит, свяжите ему руки и ноги. Это речь как раз о суде Божьем идет. Какие руки и ноги связывают-то? Чем связывать? А оказывается, речь-то идет и не о руках, а ногах совсем. А что, ты не сможешь пойти помогать ближнему? Все кончилось. Базар разошелся. Девы-то остались за пределами. И руки свяжите, то есть никому ты милостыни не подашь. Вот означает, что связывание, то есть невозможность творить прежние дела. Надо очень внимательно смотреть на это место. Это первому стиху. Смотри же, что Павел противопоставил. Ну, тебе непонятно, о чем я говорю? Я попрошу два места открыть Писание, которое растолкует это. Пожалуйста, открой притча Соломона 28-24. Вот на этом месте мы сейчас увидим, что это означает, это противопоставление. Нужно очень внимательно слушать, что сейчас будет сказано. Это Бог открывает то, что сейчас будет известно. Не просто Библию читать, а понять, что противопоставляется одно другому. С чего брать пример? Бог невидимый. А люди-то видимые, и Бог говорит, как вы, и дальше перечисляет, как мы прощаем должникам нашим, как Бога-то не видим, какие долги, а вот как мы, так и он. А если человек только ищет где-то зацепку, чтобы свой гнев высказать, так он и не прощенный, он живет во грехе. У него и разговора ни о чем нет, как о чужих грехах. Ищет тех, которые его поддержат, он разбойник, преступник, он вор-вора, видит издалека. Прочитай. Притча 28-24. Да. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям. Ну, такому человеку скажи, что ты грабитель, он ни в жизнь не поверит. Это говорит то. Говорит, это не грех, что обкрадывает кого, отца и мать.
Нам это понятно, как он обкрадывает. Он не дает им пить есть. Он обкрадывает. Когда Соломон говорил, пенсии никаких не было. Он зазирал своих отца и матери карван. То есть сказал, отец не может прикоснуться к этому барану. То есть я его посвятил для Бога. Он обкрадывает отца своего и мать, то есть земных родителей. Это понятно нам? И этот человек, считающийся там дворянином, князем кем, он сообщий грабителем. Я сейчас гляжу на нашем этом ресурсе, вот, ну, своим я его считаю, занятия идут. Два человека сходятся относительно десятины. Еретик заходит и человек неплатящий, разбойник. И они сразу друг друга увидели и одобряют, ставят ролик. Почему? А ты считай Малахия 3.8. Вот где корень-то весь. Они этого не понимают. Их надо просто разоблачить и пригвоздить. Это разбойники сходятся здесь, грабители на нашем ресурсе. Малахия 3.8. Значит, тот человек, кто обкрадывает отца, мать обкрадывает, он не просто так обкрадывает, в чашку меньше положил. Это сообщий грабитель, он бандит. Преступник. Вертеп разбойников ему нужен. И он в разбойничий этот притон строит в церкви. Ты сейчас увидишь, какое тут сравнение. Это прямо по тексту. Малахия 3.8 и 3.9. Прочитай. Малахия 3.8. Можно ли обкрадывать, можно ли человеку обкрадывать Бога? Вопрос. А вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем у тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Вот смысл-то какой. Там для отца он должен. Почему? В его воспитание Господь через отца, через родителей заложил капитал. Родильные муки матери ты ничем не восполнишь. А он ее под старость не поет, не кормит, обкрадывает. Даже у них что-то есть, он тащит, пропивает или еще что-то. Вот и пьяница сын. Считаю притчу Соломона. Обрати на это внимание. Что делает? Обкрадывает отца и мать. Для людей это можно понять. Но никто не может понять, почему он сообщник родителям. Он бандит. А вот почему. Теперь сравнение, которое там мы смотрели, перенос делает. Можно ли человеку обкрадывать отца? Нельзя. Это бандит. А можно ли обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? А люди спрашивают, а чем обкрадываем тебя? Они как будто не знают. Десятинные приношения. Выступает сектант. Он никакого отношения к церкви не имеет. Он разбойник. Он наследник Дафана, Верона и Корея. И он судит. Я брал на десятины, сейчас не беру. Да какое отношение ты имеешь к наследию Божию? Десятина для левии на колено и для тех, которые сегодня являются священниками-архиереями. Потому что по чину Мельхиседека священство. Тут ничего надо, не надо доказывать. С переменой священства должно быть перемене закона, не отмене. А перемена возводится на высшее. И здесь говорит, что если родители вложили в него, сколько стоил ты, учили тебя, а ты теперь это не восполняешь им, достиг должности. Ты презираешь отца и мать, ты грабитель. А здесь, говорит Бог, обкрадывайте меня. Больше слова обкрадывайте нигде не встречается, чтобы людей не запутать. Отношение земного отца и небесного. А это уже называется святотатство. И вот на нашем ресурсе, я гляжу, там выступают двое, друг друга нашли. Вор вора увидел. А вот не надо, это платит. Не плачу, почему он разбойник. Если он это не платит, десятину, в церкви обязательно должна быть торговля. Вот вы спросите священника, скажите, вот у вас ходит столько бабушек, сколько вы с них должны платить десятину? Он говорит, не больше 10 тысяч. А почему не берешь? Он засмеялся, говорит, вы что, смеетесь, что ли? Ну, 10 тысяч, так у меня семья есть. А как? Да я, говорит, торгую сейчас, у меня 400 тысяч за полмесяца. 400. Речь-то идет не о миллионах, а о больших миллиардах, софрином, миллиардах. А десятина с бабки-то какая? А почему? А потому что обкрадывать они не платят. Он там грабит и грабит здесь. Вот два разбойника друг друга нашли, два бандита. Проклятием прокляты. То есть проклятие это охватывает его со всех сторон. Это не твоя десятина, ты не надо рассуждать ни о чем, она тебе не принадлежит. Если ты зарабатываешь 1000, ты отцу отдай десятину, отцу родному здесь отдай.
даже, который тебя кормил, понес, в тебя капитал вложил. Здесь Бог в тебя вложил, дал воздух, дал землю, создал тебя, кровообращение, желание получить специальность, и ты не даешь десятину. Ты о чем толкуешь-то? И они, посмотри, друг друга нашли, два разбойника, один еретик полностью, а другой признает православие, но не платит, бандит. А люди слушают о нашем ресурсе. Исключи и сотри это все, чтобы не быть повинными. Это твой ресурс, ты за ним смотришь. Они уже друг друга нашли, два разбойника. Эта десятина не принадлежит никаким образом, иначе Бог зачем бы говорил, обкрадывайте меня, меня. Бог заложил туда в твой заработок, в пенсию десятину, и ты не плачешь, бандит. А они надмеваются над Богом, богохульники. А вот как обкрадывают отца, так этого отца. И вот об этом-то мы сейчас и прочитали сейчас здесь. Ну, что сейчас считаем мы. И как говорит, противопоставил небесный. А тут противопоставлять не надо. Намного ниже оно. Отца родного заморил голодом. Это, ну, просто отца-убийца. А тут святотатец. Подкрался у Бога, своровал. И проклятием проклят. Ну, проклят и все. Нет, проклятием проклят. Весь пропитан проклятием этот человек. У него духовной жизни никакой нету. Он проклятый со всех сторон. Отойди от него. Вот как надо рассуждать. А для чего это? Для того, чтобы тот человек опомнился и больше не делал этого. Это... Сообщники грабителям у Бога грабят. Беспредельная бессовестность и наглость. А чем мы обкрадываем тебя? То есть он даже не знает этого, чем, что Бог ему все это дал. И приложил десятину, чтобы ты был щедрый. Давал, не в свою утробу загонял это все. Вот о чем говорится здесь. А дальше это понятно, что когда мы воскреснем, чтобы не оказались раздетыми, когда душа оденется в тело, тело является одеждой для души, чтобы не оказаться нагими. Как ногими? А как в Откровении написано? И одежда их, праведность святых, весон. Одежда, праведность. Человек душу одевает в праведность. А какая праведность, когда он разбойник? Обкрадывает Бога. Он все время ищет, кто его будет благословлять. Это старуха, самая зловредная ведьма, икономия. Эти люди не должны в храме даже стоять. Бога обкрадывают. Они должны там где-то на паперти плакать. Священник его одобряет. Славу друг от друга принимаете. И Господь говорит, а от единого Бога не ищите. А чтобы славу от Бога получить, надо делать то, что Он заповедал Бог нам. Вот какой страшный смысл заложен в этих словах, в первом стихе. Игнатий Тихонович! Сейчас Сергей ведет, Сергей Павлович. Там через час будет вопросы-ответы. Сейчас не надо задавать. Сергей Павлович ладно, ведет. Поняла. Ага, так, я повторю свой вопрос. О какой славе и безопасности церковь толкует здесь? Вы так и не ответили. Вторая Коринфянам, 5 глава, 3 стих. Толкование, вот прочтите предпоследнее по предложение. И объясните, пожалуйста. Не оказаться ногими, не оказаться славы и безопасности, которая дарует нам праведность. Потому что мы облечены в другую одежду, грязную, скверную греха. Воровство. Во времени воровство, в средствах, в чести, что друг у друга. А когда плохо разговаривает, он славу человека снимает, обкрадывает. Чтобы этого не было. Ибо всеобщее воскресенье мы ждем, говорит, а не просто честь какую-то. Это делает сравнение. Не оказаться ногими, то есть что? Славы и безопасности, которые даруют праведность. Когда оденется, душа войдет в тело. Тело оденет, душа оденется телом, а тело то праведностью, которую Бог дарует в Духе Святом благодатью. Не оказаться ногими, запятая, там то есть, то есть точки пропущены здесь. Ну именно, да, да, очевидно так. Это бывает, в типографии уже дали, и у них бывает слетает там, они даже на дом ко мне приезжали. Точки это ничего может. То есть слава и безопасности, которую человек имеет, когда на Бога надеется, ему уже ничего не страшно, тому человеку. Он надеется с Богом сегодня. Что ты меня пугаешь чем-то, когда я пришел умереть? Как Солженицын говорит. Перешагнул порог тюрьмы и скажи, я пришел умереть, и сдохла собака. Тебя не будут ни вербовать, ничего. Что ты меня чем пугаешь, когда я пришел умереть? А выше смерти ничего нету.
Тебе не страшен никто будет. Так, другой вопрос. О чем вы говорите? На моем ресурсе я не могу сообщение удалять. Это не форум. А, ну я не знал. Просто имей в виду. Это не годится. Православные здесь и разбойничий притон устроили. А вот, кто это сделал, пусть сам уберет. Вот так, обратись, чтобы убрали эту пакость. Какого-то еретика посадили, он против десятины говорит. А другой не платит, называется православным и поддерживает его. Он только ищет собачью конуру. Это вот этот последний ролик Михаил Гордеев выставил, который... Конечно. Внимание, я его даже еще не посмотрел. Так, Михаил Федорович, уберите, пожалуйста, этот ролик. И больше вам запрещено что-либо писать и ставить с этого момента. Вы поняли меня? Михаил Гордеев. Молчит? Только сейчас говорил, а уже молчит. Ясно дело, что страх пришел, слава Богу. Он добрый сам по себе человек-то, должен все-таки понять, что он натворил. Второе Коринфянам, 5 глава, 4 стих. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Толкование. Поскольку могло показаться тягостным сказанное, воздыхаем, желая освободиться от тела, ибо привязанность души к телу невыразима, то говорит, не о том воздыхаем, чтобы просто освободиться от тела, но о том, что желаем облечься в нетление. Желаем не совлечься тела, но освободиться от тления, чтобы истребилось и уничтожилось в жизни тление, а не тело. Ибо тяготимся не от того, что имеем тело, но от того, что оно тленно. Этим совершенно заграждаются уста еретиков. Ибо здесь речь не о том или другом теле, но о тлении и нетлении. 2 Коринфянам 5.5. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Толкование. А сотворивший нас на сие самое изначало, говорит, есть Бог, ибо Он создал нас с тем, чтобы мы были нетленны. И не ныне только стало угодно Ему это, но было угодно изначало. И это в точности сбудется. Хочешь, говорит, доказательства? Дам тебе и то, и другое. Тот, кто дал нам Духа через крещение, дал нам и залог нетления, ибо освятил и душу, и тело. И как ту, так и другое сделал божественными, освободив от греха, от которого произошла смерть. Поэтому, если дал Духа, то явно, что освободил от греха. Таким образом, залог будущего бессмертия есть Дух. Или иначе, даровав нам нынче Духа отчасти, дал некоторый залог, что даст и целое. Как же даст, если не будем нетленны по душе и телу? Итак, получив здесь немногое, то есть залог, надейся, что будешь иметь тогда и целое. Вопросы? Второе Коринфянам, 5 глава, 6-8 стихи. Итак,
мы всегда благодушествуем и как знаем, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Толкование. Продолжает подтверждать сказанное выше. Именно то, что не должно беспокоиться об опасности. Ибо опасности и смерти, говорит, доставляют нам вожделенное приобретение, не тление, о котором воздыхаем, и скорее приводят нас к владыке нашему. Мы всегда благодушествуем, то есть не страшась ни гонений, ни наветов, ни смертей. Заметь мудрость, как скрыл имена смерти и жизни, и первую назвал водворением у Господа, а последнюю отшествием от Господа. Дабы никто не привязывался к настоящей жизни, как отвлекающий от Господа. Потом, дабы кто не сказал, итак что же, тело отчуждает нас от Бога, отклонил это возражение, сказав, ибо мы ходим верою, а не видением. То есть, хотя и здесь мы знаем его, но отчасти, ибо это значит верою, а не лицом к лицу, что означает видение. Если же так, то желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Не сказал достигнуть нетления, но что превосходнее быть с Господом, ибо это важнее нетления. Вопросы. 2 Коринфянам 5:9. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными. Толкование. Главное, о чем должно заботиться, состоит в том, чтобы благоугождать Богу в жизни. Дабы, слыша об отшествии, ты не подумал, что его одного достаточно тебе для спасения, говорит, старайся отойти благоискусным, то есть веди и здесь жизнь благоугодную Богу. 2 Коринфянам 5:10. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Толкование. Здесь напоминает о страшном суде и словами «должно явиться» возбуждает страх. Ибо не думай, что там стены или покровы или глубина сердца скроют или дела, или помышления. Там все обнаружится. Говоря это, живших исправно и благочестиво укрепляет надеждой, а нерадивых возбуждает страхом к исправлению. Вместе с тем подтверждает учение о воскресении тел. Ибо то, что служило или добрым, или дурным делам, несомненно, или награждается, или наказывается. Таким образом, здесь заграждаются уста еретиков. Вопросы.
2 Коринфянам 5:11. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Толкование. Зная, говорит о страшном суде, мы делаем все так, чтобы не ввести людей в соблазн, ибо сие означают слова «вразумляем людей», то есть «врачуем от соблазна». Ибо мы подлежим осуждению не только тогда, когда сделали что худое, но и тогда, когда, будучи в состоянии удалить повод подозрению и устранить соблазн, не делаем этого. Богу же мы открыты, ибо Он знает, как мы проводим жизнь, и нет нужды убеждать Его, как убеждают сомневающегося. Надеюсь, что открыты и вашим совестям, как хорошо знающим все, касающееся нас. Поэтому нет нужды убеждать вас, будто потерпевших от нас соблазн. Вопросы? Второе Коринфянам 5:12. Не снова представляем себя вам, но делаем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. Толкование. Тотчас же устраняет подозрения в мнимом тщеславии и говорит, что этими словами не себя сами хвалим, то есть возвышаем, превозносим похвалами, но вам даем повод хвалиться и красоваться нами пред лжеапостолами, которые поносят нас, дабы вы имели что сказать и чем похвалиться о нас пред лжеапостолами, которые хвалятся лицем, то есть делают все на показ для виду, ибо они были таковы, носили личину благочестия, а в сердце не имели ничего доброго. Повелевает же хвалиться не всегда, но только тогда, когда лжеапостолы превозносятся. Вопросы? Вот я когда читал это место, сразу был такой ролик, по-моему, «Свет Христов», что ли он называется там. И вот называется «Подлинный лик Игнатия Лапкина». И вот его там, это мой форум, вы будете раздавлены. То есть эти вот лжеапостолы, которые на него по зависти. У нас-то все открыто, у нас сколько роликов-то, все, цепляй за что хочешь. А у них что, да ничего нету-то. И вот они по зависти его, говорят, что ты в прелести, тщеславный, самого хвалишься. А чем хвалиться-то, вами что ли? И мы знаем, что ответить-то. Ну вот вы поносите его, а что вы сделали конкретно? Мы можем сказать конкретно. Становили деревню, пруды, лагерь, ведем занятия. Хотя бы это, у вас что подобное? Ничего нет. Ну а раз ничего нет, то и понятно, что вы сердце к этому не приложили, а по зависти лайки просто, как псы какие-то, шапки под заборами и все. И когда начинаешь, вы будете раздавлены, так это он по любви говорит, чтобы вы, касающийся меня, касающийся вас, касается меня, зеницы ока.
Не делайте это, не поносите, не лгите на истинке. Нет какого-то кызыла, ковыряется там, зачем ему это надо, что вот община не зарегистрирована, секта, все. Ты по делам смотри, не по бумажке, лицемер. Второе Коринфянам 5:13. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Толкование. Если мы говорим что-нибудь возвышенное, это называет апостол, выходим из себя или в других местах безумие, то делаем это для Бога, дабы вы почитали нас немощными, не возгордились и не погибли. Если же говорим что-то смиренно и с уничижением, то делаем это для вас, дабы вы научились смиренно мудрствовать. Или иначе, если кто имеет подозрение, что мы безумны, то мы надеемся получить награду от Бога, за которого подвергаемся такому подозрению. А если кто почитает нас смиренно мудрыми, тот и сам пусть получит пользу от нашего смиренно-мудрия. Или еще иначе. Если мы безумны, то безумствуем так для Бога, чтобы вас привести к Нему. Безумие же Павла было безумием любви, любя Бога и живя подобно влюбленному им одним, то есть любимым, он вышел из себя и всецело прилепился к Богу, жил не своей жизнью, но жизнью любимого, как в высшей степени любимой или возлюбленной. Итак, если мы, говорит, выходим из себя, то для Бога. Вопросы. Ну вот странно, как обычно у нас ассоциируется выражение «вышел из себя», это значит, ну, что-то плохое человек сделал, не сдержался, там накричал, разгневался. А здесь вышел из себя, то есть возвышенное что-то говорит. И вот нужно понимать, когда человек духовные, возвышенные вещи говорит, а когда смиренно мудрствует. Вот недавно фильм посмотрел об Иннокентии Сибирякове. Тоже человек был милостивый, добродетельный, очень-очень богатый. Вот у нас на нашем чате, так сказать, на Тихонче выставил. Православный. Его обвиняют вот в безумии. Ну, миллионы там, тысячи денег направо-налево фугуют даже. Признать его безумным, суд подали, счета арестовать, ну а деньги, соответственно, присвоить. А он по любви все это делал, никому не отказывал. Но когда, главное, врач его, психиатр, допрашивал, говорит, а мне дашь денег, ты же никому не откажешь, говорит, тебе не дам. А почему? А ты, говорит, не просишь, ты меня испытываешь. Спокойно, такой артист, такой мне понравился. С удовольствием посмотрел, спаси Христос. Помогите мне, я страшно богат, называется фильм. Посмотрите, зарядите. Так. 2 Коринфянам 5 глава, 14-15 стих. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А если Христос за всех умер, чтобы живущие уже
не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Толкование. Любовь Бога, которую Он явил в нас, объемлет нас и побуждает нас подвергаться опасностям за Него. Когда мы обсуждаем хорошо сами с собой следующее. Так как Он умер за всех, то явно, что все мы были погибшими, и что Он для того умер за погибших и умерших, чтобы оживить нас. Итак, поскольку Он оживил нас, то мы не должны уже жить для себя, но для того, кем живем, кто не только умер за нас, но и воскрес, вознесший на небо начаток наш, то есть тело свое, чтобы всецело вознести и нас. Ибо какая нужда была ему возноситься, если бы не имело случиться подобного с нами? Итак, поскольку Он умер за нас, поскольку Он оживил нас, и поскольку Он дал нам залог нетления, мы должны жить для Него, а не для похотей своих. Вопросы? Ну вот, что характерно, я уже говорил раньше. Встречаются люди, которые верят в воскресение Христа. Христос воскрес, воистину воскрес, отвечают, сомнения нету. А то, что спрашивают, а сами вы воскреснете, глазами хлопают, видно, что не верит в это человек. То есть желание жить для себя, для похотей своих преобладает. Воскресать не собирается, потому что совесть-то подсказывает, что по делам-то. Если человек для себя жил, то всех обманывал, грабил, родителям там не додавал, все в свою утробу пихал, то понятно, что и воздаяние будет соответственное. Поэтому ему и хотелось бы поверить в воскресение, а грех не дает. Если он поверит, то он должен поверить, что он вечно будет в аду мучиться. А не охота. Зачем? Все, лопух на могиле, и все, ничего не будет. Все, зло на этом прекратится. Не прекратится, будешь отвечать. Ибо всем нам предстоит явиться на судилище Христово, дабы каждому получить соответственно тому, что он делал в теле. Доброе или худое в теле. И за гробом нет покаяния. Вот эти вот записки, сорокаусты. Человек разбойничал, десятину не платил, а теперь ты плати за него, и мы его вытащим. Попыток обольщают, обманывают. Вроде бы все, нет. За гробом нет покаяния и нет. Это вот как неразумные девы. Не было у них добрых дел. А вы дайте нам масло, продайте. Нет, все, поздно, поезд ушел. Поэтому, дабы нам не оказаться в числе этих неразумных дел, нужно, живя в теле, творить милостыню. Милостыня спасает нас от многих грехов. Имеющим две одежды, отдай одну, как Христос учил. Творите милостыню. Посмотрите, что у вас лишнего накопилось. И поделитесь, найдите таких людей. Так, вопросы. 2 Коринфянам 5:16. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Толкование.
поскольку все умерщвленные грехом ожили Христом через крещение, то справедливо говорит: не знаем никого из верующих, живущих во плоти, то есть по древней и плотской жизни. Ибо все возрожденные духом ведут жизнь новую и духовную. Показывает, что в том, чтобы не жить по плоти, мы имеем вождем Христа, и говорит: хотя и Христос был некогда по плоти, но теперь он не по плоти. Что же, разве он сложил с себя плоть? Нет, ибо он как пришел, так и придет, а пришел он во плоти и с плотью. Итак, что же говорит апостол? То, что мы называемся живущими по плоти, когда находимся в грехах, а живущими не по плоти, когда не грешим. Христос же называется живущим по плоти, когда был причастен в жизни естественным и неукоризненным немощам, каковы голод, жажда, сон, утомление. Ныне же он не есть по плоти, то есть освободился и от естественных, и неукоризненных немощей, имея плоть, не причастную страданиям и бессмертную, чтобы, говорит, совершенно и с избытком научить нас не жить уже по плоти и греховно, но по духу. Вопросы? Игнат Тихонович, есть что-то сказать? Да, конечно. Вот жить сейчас не по плоти, а по духу. Люди спрашивают, а как это? Что-то там это квакает. О Христе понятно. И смотри, что. Если Христа мы знали, что он жаждет, теперь он не жаждет. Он устал и был на корме, уснул в лодке, теперь он не уснет. Вот такого Христа теперь мы не знаем. Он воскрес. И вот этих человеческих, негрешных, неукоризненных, естественных немощей у него нету. Если Христа знали по плоти, теперь не знаем. Но для нас, вот и говорится впереди, я выделяю Христос же. Главное здесь даже не слово, а же. Вот что интересно. Это редкий случай такой, где выделяю слово же. Христос же называется живущим по плоти. Вот. А для нас совершенно другому. По плоти, то есть для удовлетворения потребностей и прихотей по плоти. Жить не по плоти, а по духу. Вот здесь как раз это то место, о котором я говорю. Если что-то нужно сделать, переехать, работать, жениться, ну, мало ли что, то всегда ставить нужно 4 вопроса. Кто сказал, когда, кому, с какой целью? А здесь 4 таких же вопроса ставятся уже не к автору, а когда начинаем разбирать, что в этом деле я ищу, плотского или духовного? И тут же этот вопрос по-другому ставится, временного или вечного? Вот это тебе выявится тогда. И теперь, а что об этом говорит Святая Библия? Второй вопрос ответить надо. А в Библии, знаешь, как говорится, что любого жита по лопате можно найти. Даже найти можно, где говорится, что и Бога нету. Вот 52-й псалом, 13-й. Написано, нет Бога. Но впереди это написано, сказал безумец. И третье, что об этом скажет моя совесть, которая намного древнее Евангелия. Она совесть еще в раю была дана. Ну и дальше рассуди по опыту жизни, не будет ли для кого-то это соблазном. Вот это духовное и есть. И когда пишут «страшный суд», вот сейчас мы здесь проходили, вот как раз оба слова с большой буквы, и об этом надо чаще рассуждать. Тебе на страшном суде потребуется это?
Нет, вот которые там всякие пакости пишут, там, ну кто я-то, козявка, так на президента, на патриарха такие мерзости пишут, невообразимо. Почему? У него нет представления, что это все накапливается и нить оборвется. Он будет уничтожен, раздавлен своим грехом. Когда я им это говорю, они этого не понимают даже. У них ни имени нету, свет Христов. Тьма адская ему название-то. А он принял вид ангела света, подписывается. А кто он такой? Нет у него ни имени, ни места жительства, ничего нету. Кто? Сатана. И он не понимает, что для верующего это награда. Награда, всякое поношение. А почему? По-духовному. А по-телесному, так это можно его сейчас высчитать в течение одного часа, найти и расправиться с ним. Один тут говорил что-то, а тот оказалось, живут рядом. Он говорит, выходи на стрелку. Да вышли. И он сразу зарезал его. Мы-то делать ничего этого не можем. Можем только молиться, чтобы его безумие не раздавило его. Представь, как он ложится спать. Грех-то никуда не девается. Клевета его объемлет. Ему будет жена лгать, дети будут лгать. Он на работе будет обмануты. Договоры рушатся, он ничего не понимает. Это так называемый свет Христов. Вот это была воля Божья, назывались там Сарионов, НТО назывался. Так как? Брякнули его, все. Раздавили его сразу. Что все это провокатор, что этот там пристал человек, никакого отношения к христианству и не имеет, наркоман. И что только нет, вот Дворкин сейчас, Дворкина вознесли, сколько лет его-то, пудрил мозги, как говорят, а он никакой. Клиент психиатрической больницы пробыл, только шизофренической, еще только он там не делал. Выучился в Израиле, в Америке, заслали сюда, всех перессорить. Это чисто дьявольский характер. И какие-то формулы дает кому-то, называет тоталитарный, а он не знает этого слова, даже применяет его к верующим, это никогда не было. А вот как раз он-то и находится там, про кого говорит. Вор кричит, держи вора, чтобы на него не подумали. И вот мы здесь должны вот все это увидеть. Что значит по плоти и по духу. Духовно для вечного. А люди смотрят, ой, я сегодня ролик как раз выставил, что люди неверующие, или богатые смотрят, да что у вас такой беспорядок в комнате? У нас порядок, которого у вас во сне нету. Там на 12-15 квадратах столько людей, столько всего-всего. Они даже во сне не видели. И ходим еще, не спотыкаемся. И никогда тесно не бывает. Да православным ли говорить, как одеты, какое жилище? Ты посчитай. Жития святых. Да когда это было? Павел говорит, в наготе, в изнеможении, в холоде. А это ничего нет. Примазались к православным, залезли в городские квартиры, а сами нервные. Почему? Да у него все время звукоизоляция над головой, везде спать не дает. А мы-то в этой в частном-то доме, человек когда живет-то, у него нужды нет, он спокоен. У него и нервы другие. Хотя слово нервы, это просто дверь для сатаны. Нет такого слова нервы. Понимаешь, все надо пояснять. И здесь вот как раз поясняется по плоти. Это временное. Вот пристроить детей по плоти. Чтобы уважали, хороший дом, менять машину по плоти. Душа не ездит на этой машине. Тебе это не надо. А ты освободи от всего этого. Когда человек по-настоящему верит, он сразу высчитывает. Вот меня арестуют. А что они могут сказать? Вот апостол Павел, он же все это высчитал. Так, скажут семья. У него семьи нету. А жилье отнимем. Он говорит, негде голову преклонить. Я в тюрьме-то отдыхаю. Отдыхаю. Там мне сказали, что его, говорит, арестовали вы. Он хоть маленько отдохнет теперь. Как он работал-то? Тогда я работал-то. Никто в Советском Союзе это не делал. Насчитывать, распространять, когда литературы-то не было. Почему никто не делал? Где эти светы-то были? Никто не делал. В одной и той же стране живем. У них ничего нету. Ничего. Поэтому там, говорит, если я, говорит, похвалился, то пред Богом, для Бога. То есть Бог не осудит, он понимает. А если я сказал грешный, супергрешный, немощный, это я для вас сказал. Утешить вас, что ты не один в аду будешь. Как Пимена спросили, а где ты будешь? Он говорит, там же, где сатана. И они от него сразу отстали. Понимаешь, когда это все ты знаешь, тебе эта книга открыта, и ты понимаешь, вот здесь про меня сказано, а вот здесь как я должен сказать. Это тебе руководство к жизни, в любом вопросе, которое представляется. Жизненные вопросы. И какую-то славу тебе там где-то приписывают, верующий это ничего не знает. Ну, сказали, ну, сделали, ну и что из этого? Ну, ладно, ко мне приезжает домой мэр города, вот у меня здесь я живу. Баварин приезжал, ну, еще из этого-то. У меня близкие отношения были, очень близкие с преподавателем космонавтов. Ну еще из этого-то.
с Богом быть знакомым, с самым нищим для Бога. Я ему помогаю, он мне помогает. Мы вместе славим Господа. И вот в этих стихах столько отрады мы находим. Все. Второе Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Толкование. Кто уверовал во Христа, тот сделался другим созданием и стал новой тварью. Итак, мы не должны жить по-старому. Что такое древнее? Греховное и иудейское. Ибо древний грех кончился, и у нас стала новая душа и новое тело. А вместо всего иудейского у нас все новое. Вместо закона – Евангелие. Вместо Иерусалима – небо. Вместо храма – внутреннейшее за завесой. Евреям 6:19. Где Троица? Вместо обрезания – крещение. Вместо манны – тело Бога. Вместо воды – кровь Владыки. Вместо жезла Моисеева или Ааронова – крест. Вместо Агнца – Сын Божий и так далее. Вопросы. 2 Коринфянам 5:18. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Толкование. Все же это дано нам от Бога, который примирил нас с собою через ходатайство Сына Своего. Ибо мы не сами прибежали к Нему, но Он призвал нас через смерть Сына Своего. О бездна человеколюбия! Ибо Отец, пославший Сына, когда увидел Его убитым теми, которые нуждались в примирении, то не только не отверг людей, но дал, говорит нам, апостолам, служение примирения, чтобы, ходя повсюду, были посланниками к отпавшим от Бога и приводили их к Нему. И комментарий Игнатия Лапкина на слова Феофилакта: ходя повсюду, были посланниками. Удивительно, что еще в XI веке православной церкви блаженный Феофилакт, что-то моргает. Хорошо меня слышно? Да, слышно. Комментарий. Удивительно, что еще в XI веке в православной церкви блаженный Феофилакт так четко представлял смысл служения примирения человека с Богом. Не через исповедь приходящих с улицы в храм и как можно более частую исповедь, и не через причащение и как можно более частое причащение, как принято ныне, но через проповедь Евангелия, через примирение с Богом, через заместительную жертву Иисуса Христа, для чего апостолы и ходили повсюду, быв посланниками к отпадшим от Бога.
только рассматривая одну эту фразу болгарского архиепископа, мы можем совершенно твердо, безошибочно сказать, что сегодняшнее, в кавычках, обращение в православие идет абсолютно не евангельским путем. Да, ну и часто, вот когда мы, подражая апостолам, выходим на благовестие, часто слышим: православные никогда не ходят, православные никогда ничего бесплатно не раздают. То есть им уже вдолбили это антиевангельское учение. И примирения-то с Богом у людей нету. Озлоблены, кидаются на нас. И... Так, вопросы. Час прошел. Анжелика, вы что-то хотели спросить у Игнатия Тихоновича? Пожалуйста, спрашивайте. Вопросы не по теме, пожалуйста. Кто желает, задавайте. Можно о десятине? Говорите. Можно. Ну вот если я покупаю... Ой, мамочка. Если я покупаю в храме, допустим, книги, если я вложу в копилку деньги, это не считается? Может быть, иногда там больше десятины получается. Не считается. Еще десятину нужно. А говорит, если я что-то покупаю в храме и в копилку кладу деньги, это за десятину считается? Нет, ты должна отдать священнику в руки. Во-первых, Господь выгнал из храма и продающих, и покупающих. Зачем вы в храме-то торговлю-то устроили? Так она у нас там есть. Да вы же причастники. Христос еще раз выгнал и продающих, и покупающих выгнал. Он бы сейчас пришел, мы вас бы тоже выгнал вместе с теми-то. Зачем беззаконие в храме творите-то? Не надо покупать в храме ничего, есть другие на это места. И сразу раз, а я раз в храме бесчестие устроил, я могу десятину не платить. А как, кто же вам внушил такие мысли-то? Во-первых, в храме ничего покупать не надо, во-вторых, десятину отдавать в руки священнику. А где покупать книги? А в церковных лавках. Ну они же есть, у нас заказы одна. Все открыты. Да неужели нету их негде купить? Так, Михаил Гордеев, вы пока вот эту гадость не уберете, вот ролик ваш, вам слова не будет на нашем ресурсе, понятно? Вот как хотите, так и убирайте это, выставили. По этому ролику, хорошо уберу, по этому ролику. Вот уберете, тогда поговорим. Сейчас же уберите. Прям правой кнопкой на него щелкайте и удалить. Поставить ума хватило, должно хватить и убрать. Следующий вопрос. Так, вот отвечу относительно покупки. Как вы себя настроите, Господь так вам навстречу это и даст. Вот человек говорит, невозможно. Ну только помолись, и вдруг возможно, открывается дверь. Прямо на дом Господь посылает людей. Ты даже не знаешь, с какой стороны это подойдет. Ну, а как знать-то, а не как Богу доверься. Я когда рассказываю, что мне Бог дает, то у человека вообще, говорится, глаза разбегаются. Вот я издаю первая книга, у меня стихи, называется «Церковь, свобода, тюрьма». Денег-то нету. А где? Не знаю. Я объявляю в общей, начинаем молиться. Молитесь, ну нету денег-то. Ну как я выкуплю-то ее? Наступает день, когда надо выкупать идти книгу. Поближе к обеду стучится в дверь человек. Заходит, это вы на меня? Это вы говорили деньги? Ну, я вам дам деньги, у меня маленький саквояжик с собой. Речь идет не о 1000 рублях-то. Издавать книги – это очень дорогое удовольствие. Тем более, как у нас со святыми фотографиями, твердым переплете, с круглением корешка – это вообще запредельно. Я вот стихи сейчас решил издать. Почти 2 миллиона затребовали за 1000 экземпляров. Миллиона!
Но явно дело, что это не пенсионный где-то. Я дам деньги вам сейчас, говорит, только одно условие. Я говорю, если оно выполнимо. Выполнимо. Чтобы ни один человек не знал, что я у вас был. Он, оказывается, большой предприниматель. И не один в этой компании. В другой раз, в следующий раз, мне надо выкупать книгу. Но денег-то нету. Но я в общине объявил, мне нужно 62,5 тысячи рублей. Потому что предоплата уже прошла, теперь остатки надо. Где деньги? И в день, когда мне надо уже было нести деньги, звонок утром. А перед этим у меня деньги купили, осталось ровно 50. Книги купили. Вам, если 40 тысяч возьмете, я говорю, и в это время звонок на мобильный. Я говорю, подождите. Звонит главный банкир Алтайского края. Я за вами машину посылаю. Вот это да. Машину. Там не машина, а вагон целый. И дальше я беру за эту трубку 40 тысяч, а ее уже нету. Трубки положили, и больше никто ни разу не позвонил. То ли мой разговор слышали. Меня привозят. Я ему ничего не сказал. Книгу новую подарил только. Я только посидел маленько. И вот как Бог делает. Выходить со двора, у меня тут, ну, прямо при выходе из дому, знаешь, это миндаль. Дерево это миндальное растет. Это очень интересно. Она быстро расцветает. Я, проходя мимо, отломил 3 веточки, положил в сумку. Захожу, у него не секретарь, а 2 секретаря, огромный кабинет. Я к ним повернулся и говорю, а вот я вам подарок принес, миндальные ветки. Это означает смысл бессмертия, как у Экклесиаста написано. Прохожу к нему, сидим, не знаю, а у него, оказывается, день рождения. И он меня вывез из дома на своей машине. Кажется, с черного хода зашли, со двора, где у них свой ход-то. И в это время я говорю, знаете, у меня дело такое, что... Книгу надо выкупать. И что? Я говорю, так не на что. Он полез. Что он там в шкафу шарился? Он не знает сколько. Он вытаскивает, 5 мне наложил. Я не считаю. Приехал дома, посчитал ровно 50. Не в долг. Как это может быть? Бог вот так и сделает, что тебе книги покупать там не придется, где нарушение. В соседней церкви или где-то во двор хотя бы вытащенное должно быть. Постарайся там не заходить. Мы вот здесь били в одну точку. И сейчас во многих храмах строят купели для крещения. Киоски стараются куда-то вынести. Ну нельзя так опускать руки. Я пробовал, ничего нету, попы пропащие. Я ухожу куда-то. Куда ты уйдешь? Христос пришел к Израилю, к погибшим овцам Израиля. Скотомогильник. Погибшие овцы валяются. Но он не сказал, идите к филистимлянам. Этого не было. Начинай трудиться здесь. Это огромное поприще, полигон. Да, поле с камнями. Убирайте камни, расчищайте дорогу. Проще всего пойти там, где хорошо. А я поеду в Финляндию. Там уровень жизни выше, то другое. А кому Россия достанется? Ты начни здесь. Вот мы получили участок земли. Вот сейчас Сергей сказал. Так это не один участок заброшен, а 21 тысяча сел. Вообрази. И ни один никто не берется. Мы взяли участок. Это легкое ли дело? Все православные. 26-й год и ни одного матерка нету. У нашей скотины молоко другое. Люди, которые не понимают, если не верующие, у него все по-другому идет. Он даже не понимает, а как другое? Люди видят. Мясо покупают вот железнодорожное там управление. И говорит, а что это у вас такое мясо? Такой запах, как поле. Святые, говорит, пахнут с мясом и не пенится даже. Так это скотина благословенная. Бог во всем тебя будет благословлять. Не только книги, к тебе будут обращаться, не ты, а к тебе будут обращаться за книгами. Вот меня когда судили, и нашелся только один человек, она у меня подруга была, 10 дней не дождалась, умерла раньше, ей 75 лет было. Так она на суде была одна, которая все пленки мои прослушала, а это ни худо, ни бедно, 2500 часов слушать. Тысячи. Это и Библия, и Златоуст. Только она одна прослушала. Почему? Она была подпольная монахиня. Ее спящей никто ни разу не видел. Спящей. В любое время ночью придешь, днем, когда она спит, я так и не мог понять. И спит ли она вообще? Ее спросили, а почему вот священники у вас выступают в суде, а Лапкин-то не священник? Почему к нему все обращаются за пленками-то? Ну как, за книгами тогда? А он говорит, не священник. Он говорит, священник для священников. Судья так и ахнул. А почему? Бог это полагает. У меня вообще никаких образований, ничего нет. Я просто люблю Господа. И вот сегодня я открываю, что совершенно новая страница. Новая.
архиерей стоит, слушает, и а где вы это взяли? В какой литературе? Нигде, я просто молился, и Бог открыл. У меня есть такая проповедь, ефод. Да что на ефоде можно нарисовать-то? Это проповедь полчаса об ефоде. И ты себе поставь задачу сказать проповедь об ефоде. Еще получится. Надо понять, что Бог благословляет, и это благодать. Благодать во всем. Почему? Десятина открывает небо. Святая десятина. А сатана лютует против нее. Раз ты щедро сеешь, щедро и пожнешь. И ты делись этим опытом, делись. Я со священниками, когда разговариваю, а их ни один, ни два. Благочиние сидят. И чтобы смеялись они, нет, маленько улыбнуться и все. Один раз решили над моими, над обувью посмеяться, а мне шили сестры, заказали специально сапоги в церковь ходить. Я в них только на кровать могу ложиться. Откуда у вас такие сапоги? Я сказал. Я их надеваю только в церковь сходить. Ну, меня пожалели просто. Так они уж даже над этим и то подсмеялись, что увидели меня так хорошо одетым. А мне все это в радостно и интересно. Конечно, я хвалюсь, нахвалюсь Господом, какой он интересный мою жизнь сделал. Она везде пишет, уникально во всем. Вот нету этого, а ты начинай делать. Да я не могу. А ты не знаешь свою силу, что тебе Бог даст. Я просто называю то, что приходится мне делать конкретно. Вот Сергей организовал вот это по скайпу говорить по блаженному Феофилакту. Но многие ли этим занимаются? Ты просто посмотри. Да, где-то что-то делают. А что они говорят делают? По-православному? Ты зайди на наши ресурсы, посмотри. Вот сегодня я выставил, сегодня только за один день 11 роликов. И какие огромные ролики. И сколько уже людей пришло. Как у нас крестопоклонная неделя. Как кланяются, как молятся. Людям интересно очень. Я, говорит, впервые увидел, как настоящая литургия совершается. А ты об этом даже не думай. Бог сам покажет. Найдут новых людей. Вот у меня Володя только сейчас вернулся с почты, главпочтам, из Америки выписывает книги. Только перед этим было в Дании, в Испании, а я сам покупал книги. А Бог сделал так, что у меня покупают теперь. А можно ли это сделать? Откуда я знаю? Я только могу сказать про себя. Мне это Бог дал, и никогда я не знал, что у меня это будет. А кто вас на это научил? Старобрядцы. Пришли на занятия в университет и говорят, а почему ваши материалы не издать отдельной книгой? Оно будет издано. К истинному православию. А зачем? Я говорю, у меня оно в листиках. Ну, газетные листики это одно. То есть я вообще ничего не соображаю. И вдруг приходят люди. Я начинаю книги издавать. А у меня поселяется в комнате, вот я сижу сейчас здесь, но у меня тут стеллажи, ну как, плацкарты. Поселяется иеромонах, который разбирается в интернете во всем. Я впервые видел, как печатают не глядя, вслепую, и по-русски, и по-английски. Монах у меня живет тут, занимается английским языком и китайским. Вот как Бог делает. И он у меня до тех пор, пока я у него не перенял все, что можно перенять. После этого я уже сам верстать все стал. А я и не знал его. Вдруг сестры увидели, он выступает, а он был духовником Черной Сотни в Барнауле. И они меня познакомили с ним. У него негде жить, он у меня поселяется. И в этот момент я начинаю заниматься издательством книг. Разные шрифты, это все он сделал, он. Вот как Бог делает. Я вообще не знал его даже, что он живой такой есть человек. Он только все сделал, теперь его нету. Почему? Ресурс его кончился. Доверься Богу. И книги эти, если вы немощник, на дом к вам принесут, которые вы любите. Вот что я хотел сказать. Сергей, вопрос можно? Да, можно. Вот у меня вопрос по, ну, то, что читали вот Коринфянам 5.17. Вот что имеет Феофилакт здесь, значит, что он влаживает вот в эти слова? Вместо закона Евангелие. Если Христос сказал, что он пришел не нарушить, а исполнить, то что имеет в виду здесь Феофилакт вместо закона Евангелия? Это означает, закон дан был для детей, детского разума. А этот закон теперь... Это же не другой закон. Он возводится на высочайшую степень, дал Евангелие. Он дал обрезание, это детское. А теперь нам вместо него, дальше написано, крещение дает. Там говорил Иерусалим, а здесь на что показывает? На небо. Иерусалим-то и на небе будет. То есть не отменяется то, а возвышается, как для совершенного человека.
Ну, это про Ветхий Завет речь идет же. Да. Закон-то Бог не отменил. Он остался. Ну, так понятно. Но только его возвышает. Там ягненка приносить, а здесь агнец божественный. Там на жертвенник ложили, у нас на крест вознесенный. Там кровь ягнящая, у нас кровь Сына Божия. Вот все, замена прошла как? Не другое, это же самое. Там мы должны, Бог сотворил наше тело, а теперь дарует бессмертие. Бессмертие. Ну все равно очень странное слово «вместо». Да, так и «вместо» это... Это замещение чего-то. Вместо этого вот это. Да. Значит, а, ну, оно может легко людей ввести в заблуждение. Это вместо закона. Андрей, может быть и так. Нет, вот, я понял. Ты мне был друг. Но вместо друга теперь ты мне сыном стал. Вот мы смотрим, когда Иуда Бен-Гур. Он его усыновляет, который каторжник был, потому что он его спас. Теперь ты у меня не рабом, а сыном моим. И дает ему печать и все. Вместо раба, как пишет апостол Павел в послании к Филимону. Он убежал от тебя, как разбойник, как ворюга убежал. Анисим обворовал его, а теперь он обратился. Теперь вместо бывшего раба ты примешь сына Анисима. Вместо, то есть на возвышенной степени. Ну все, с этим вопросом понятно, 100%. Ну да. Ну еще есть вопрос. Конечно. Вот... Когда от вас уезжали, книжку вот эту мне дали, четвертый том. Да. Ваш открытый том. Да, да, вижу. Вот я там не был, начал читать его. И вот в главе 15, глава «Внутренний мир человека», 1308 вопрос. Да. Человек задает, как может уживаться в человеке вера, хитрость и расчетливость? Вот за хитрость вы тут дали полный расклад, абсолютно все понятно, значит, что хитрость это... Скажем так, в Евангелии несет только отрицательный смысл. То есть хорошего в хитрости ничего, как говорится, не усматривается. А вот за расчетливость вы ничего не сказали здесь. То есть как это слово вот, расчетливость, она что, то есть так же с хитростью может полностью быть или все-таки это может быть разное что-то? А вот почему я этого не сказал? Я же стою за кафедрой в университете. Вопросы-то там задавались, и я отвечаю в университете. И когда я отвечаю на первые два вопроса, это означает, третий отвечен в этих вопросах. Мне его не надо отдельно выделять-то. Они его не разобрали, что это тот же самый вопрос, который впереди был, задали-то. Я не имею нужды об этом говорить. Я в это то время... Расчет, в это время можно приравнивать к хитрости? И да, конечно, расчетливый человек как раз и делает расчет. А я сделаю как вот, а тогда мне будет выгода, какая его возьму, в банке не отдам, переменю там, ну, буду наговаривать, а потом симку сменю, то есть расчетливость такая. И что, а не может быть расчетливость, скажем так, с благими намерениями? Может быть, сколько угодно. Как этот пошел, говорит. Пошел-то, говорит, зачем? А еще услышал, говорит, запах, говорит, там, говорит, шашлык дают. Он туда сунулся, в очередь стал, говорит, и мне дайте. А смотрит, там осла клеймят, тавро ставят-то. Он тогда назад штаны подернул добежать. Расчетливый. Железо накаляют, номер какой-то и ставят на ляжку. И вот Сирахов в конце здесь вот... Вы привели Сирахова 19.22. Есть хитрость изысканная, но она беззаконна. И есть превращающий суд, чтобы произнести приговор. Вот. Вот самая опасная должность, какая есть, это быть судьёю. Я очень много судился, вот только за то, что сидел, 11 лет один процесс шел. Общий иск у меня был 11 миллиардов. Недоминированные деньги. Ну, все равно большие деньги-то где-то. 11 лет шел суд, и мне близкие отношения имел с кровавым судьей Пашков Виктор Иванович. Он говорит, ну, у него генерал-майор звание-то. Это первое, говорит, дело гражданское, которым занимался Президиум Верховного Суда СССР. Это вообще, говорит, занимается только там уж бандитизм или кто-то. И они отменили все предыдущие суды, и по-новому начали судить, и я его выиграл. Выиграл, ну, одну двухсотую часть только. И то, это участок 13 соток и два дома. Они не могли рассчитаться. Вот у Бога это все высчитано. И вот я сделал вывод, судьею может быть только верующий.
Раньше я не мог это сказать, но у меня очень большой опыт. Не опыт, а просто коллегиальный опыт. И проходит мимо судья, заместитель краевого суда, остановился и говорит: знаете, Лапкин, вы уже больше нас знаете, говорит, по судам. У меня такие защитники были, юристы с красными дипломами, выступали как адвокаты где-то. И вот здесь я сделал вывод, что только верующие, кто верит в страшный суд, пусть православный будет, старобрядец, католик, баптист, мусульманин, буддист, кто угодно пусть будет, но только он бы знал, как он будет судить, за это на суде Божьем не пройдет мытарство лжи. Вот я вывод это сделал такой. А потому что другой он крутит, вертит как угодно. Я с последним коммунистом судился, он на меня в книге написал. Он говорит, приезжал, а я в школе там учительницу отталкивал. А я документы-то все достал. Он приезжал, когда 3 года деревни не было, ее не было совсем. Там крапива росла и воробьи. Как я мог приходить туда? И судья все равно на его сторону встала. То есть большего безумия. Вообще, я из краевого архива принес справку, доказательства, что он не был, некуда приезжать-то было. И школы не было 3 года уже. И как я мог ходить по рядам, когда в школе было 2 класса, кажется, и 3 ученика? Какие ряды? Я учительницу отталкивал. Нашли ее сына. Он доктор исторических наук. Я говорю: Саша, мы могли твою мать отталкивать где-то? Да вы что, говорит. Она такая уважаемая была, Ульяна Ивановна. То есть все вранье. И суд все-таки за него. Его не наказали. Это редкий случай такой. Ну, я уже махнул рукой и ушел. Вот здесь он об этом говорится. Суд, превращающий суд. Я могу пространно говорить, имея опыт. Опыт. Не просто так. А впереди есть изысканное, он делает какую-то выгоду. А это последняя инстанция. Я могу судиться сейчас с архиепископом, с патриархом. Канон разрешает. Если мы держали вместе баранов, и он у меня барана лишнего взял, когда делили. Каноны разрешают, если он мне добровольно не отдает. И греха в этом не будет. Я могу судиться с президентом сейчас. С президентом. Меня освободили, я реабилитирован, а он сейчас начал говорить, что я сбежал из тюрьмы там или еще что-то. Я могу подать на него в суд, потому что суд – это конечная инстанция. Приговоренных к смертной казни он может, узнав, что он не бандит и прочее, за него, если будут ходатайствовать особые органы, он там половина срока отбыл, то освободить досрочно может указ президента. Вот тут он может, а тут он не может. И вот, говорит, такая хитрость там бывает. И такая, и такая. И мы должны... Ну, у меня все. Все. У меня все понятно. Понятно. А то люди, может, хотят еще вопросы задать какие. Ну, давай, если никого нет, так. Нет, пускай люди задают. Ну, давайте, где они, люди-то? А можно? А как же, вот, я не знаю, это заповедь, или что у взявшего тебя не истязуй назад? То есть судиться нежелательно. Что-то я не очень ее понял. Взявшего тебя не истязуй назад. Взявшего тебя? И... Не требуй назад. Не требуй назад. Не требуй назад. Ну и не требуй, что непонятно-то. Он у тебя взял. Ну, судиться нельзя? Да можно судиться-то. Или надо? Но-то Господь берет по высшей шкале. Повыше. Ты можешь судиться незаконно. Взявшего тебя кто он? Надо разобраться еще. Мне пришла реабилитация. Закон гласит, они должны мне вернуть, что конфисковали. А конфисковали духовное у меня, что я издал. Самая крупная в мире духовная фонотека. Я ее создал от начала до конца, переводами занимался с разных языков. Там не перечислишь. Там мне сказали, говорит, местное КГБ, а я был арестован по санкции МГБ, московское КГБ. Они, говорят, задание дали обнаружить эти отделы. Отделы. Думали, несколько отделов работает, один человек оказался. Сколько я создал и издал. Мне до того смешно. Заходит полковник я и говорит. Вот, говорит, сейчас, говорит, слушает ваши протоколы. Там я объяснял, что такое масонство. Я, говорит, дверь закрыл, не стал слушать, чтобы не отвечать за это, что я слышал. Там все было сказано о советской власти, о Ленине, обо всем. Меня было за что судить? Было. Потому что у меня было не только религиозное, как патриарха арестовывали, как царя расстреливали. Трагедия 20 века называлась. Трагедия Русской Православной Церкви. Ну и теперь-то я освободился, теперь мне надо вернуть все, что у меня изъяли-то. Изъяли-то незаконно. И я процесс выиграл. А если говорится, не требую назад, смотря кто. Кто?
если он у меня взял, что с меня он снял, или был у меня и говорит, я в окно сижу, а у меня там было раньше свитера, жена выстрелила, я перед окном сижу, гляжу, человек подошел и снимает. Я выскочил, ты что делаешь-то? Так у тебя, говорит, два свитера тут висит, и действительно два. Он и взял, не требуй назад. Ну вот так. Не тратьте время зря. Говорите, что еще есть? Сергей. Говорите. Выключу ролик. Я увидел. Можете вопрос задать. Вот я сегодня вот этот ролик, а потом другой ролик есть. Один баптист советский уехал в Америку. Там, значит, община... И он там установил десятину. И так отлично разговаривал, как это он уговаривал. Там, ой-ой-ой, десятину платить надо. У меня вопрос один, который меня последнее время мучает. Почему в Евангелии не написано конкретно? В Евангелии каждый должен платить десятину. Еще бы написали, что платочек нос вытирать. Евангелие... И то, что во что горазд, так и делает. Почему в Евангелии не написано, чтобы нельзя ходить кверх ногами? Почему не написано, что с грязными ногами в чашку не надо залазить? Что разбираешься, когда отравляешь себя табаком? Почему не написано про табак? Потому что это отношение Бога с человеком. Что тут доказывать надо? Бог остался тот же и я тот же. К нам приехали нынче, а в Богу спасти, я говорю, почему нельзя? Если вопрос задам, угодно, слушай, Сережа, были Сережа, тысячи. Сережа, останови. Общин, все, ясно, да я сам уйду. То есть ему ничего не надо, ему поскандалить охота. Всю жизнь ворует десятину, теперь начинает, зачем это нужно? Бог и человек. Бог вложил в тебя это в Ветхом Завете и в Новом, ничего не меняется. Бог-то пришел не бритву нам дать, чтобы брились, а не галстук на нас навязать вместо креста. Какой человек был, было 10 пальцев, 10 и осталось. Ничего Бог не добавил. Зачем говорить, что в Ветхом Завете было так, что борода была в Новом не нужна, а ничего не написано. Ну не написано, правда, чтоб лаптем щи хлебать. Просто дурят, и больше ничего. Бог вложил в тебя это, отдай ему. Тебе это не принадлежит, ворюга несчастный. Игнатий Тихонович, давай. Я тут, наверное, одна у вас тут завалила вас уже вопросами. Скажите мне, пожалуйста, вот по Америке сейчас у нас такие сложные отношения, а вы вот там книги какие-то, да, оттуда возите, я не поняла. Как вы вообще относитесь к политике к нашей, вот, нынешней? А что такое политика? Объясни слово. Ну, людское, да, людские взаимоотношения. Не то. Не знаю. Политические, землю делят. Война может не, быть. Не знаешь. Скажи, не знаю, я тогда объясню. Не знаю, не знаю. Скажите. Владимир Ильич Ленин, Ульянов, говорит, политика – это умение управлять государством. Это классическое выражение, очень правильное. Я из этого сделал вывод. Умение управлять областью, умение городом, районом, домом, квартирой, мною. О, политика – это умение управлять своей душой, отречься от самого себя. Я из-за этого выражения от бесконечно большого к бесконечно малому перевел. Какие отношения у нас? Я каждый день молюсь за Дональда. Вот мои отношения. А люди, которые книги мои выписывают, они заранее заплатят, квиток пришлют. Это люди православные или из сектантов. У меня есть такие, которые там баптисты, там, ну, разные названия. И они делаются православными благодаря нашим ресурсам. И теперь закупают все книги. А книги-то это, ну, не просто так. 750 евро. Кажется, 980 долларов. Не это. 750 евро. Ну, да, 75 там это есть. Так кажется. И вот человек-то деньги дает, это не просто так. Я отсылаю ему. А он говорит, я был руководитель такой-то секты, там, где-то, 10 лет. Сейчас все книги выписывают, а это 38 книг, 31 килограмм, 2 посылки, 2 пакета. Это не просто так.
Это даже в России без пересылки 24,5 тысячи стоит. А для иностранцев это в доллары по цене, когда я начал издавать в 91-м, кажется, году. По той цифре. Чтобы можно было заново переиздать. Ну и все. Книги имеют возрождающее действие. Попадают в тюрьму, в лагерь. Люди жизнь меняют, читая эти книги. А если война будет? Ну что ж, война будет. Будет, конечно, она. Будем война воевать. Будет, будем молиться. Не будем же мы молиться, а чтобы их сожгли, а нас не трогали. Как Богу угодно, так и будет. От нас ничего не зависит. Единственное, что дано мне, молиться за царей, за начальствующих. И я молюсь за Порошенко на Украине, за Эрдогена в этой в Турции, за Амана Тулеева Кемеровской области. Я молюсь за всех. Конечно, в первую очередь за Владимира Путина, за Дмитрия Медведева, за местного губернатора. Мы их имена повторяем на молитве каждый день. Я выполняю порученное от Бога. Мы являемся как защитниками, охранителями мирного времени. Еще скажите, детей можно из детского дома взять на опекунство? Что взять? Батюшка у нас не очень благословляет. Детей что? Под опеку. Что я так не могу? Взять детей под опеку из детского дома? Не советую. Почему? А потому что вы их не знаете, кто они такие. Вы со своими еще детьми разберитесь, со своими. Вы их берете для чего? Чтобы хорошо пособие платят за них? Нет, благое дело сделать одного. А вы не знаете благое дело. От каких родителей они происходят? Я сидел в лагере и узнал там такое. Бывает, женщины беременные, забеременели там от охранника. И дети рожденные, они от них отказываются. А охранницы там работают, у нее детей нету. И она ей отдает, подписку делает. Ну, что-то она ей там даст, принесет, там не знаю, за что-то. Ребятишки-то хорошие. До 16 лет. В 16 лет как сумасшедшие делаются. Бегут из дома, воруют, что попало делают. Ужас находят. Я, говорит, хоть из дома убегай. Ты от своего не знаешь, куда деться. Вот это другой будет. А другого ты совсем не знаешь. Если бы ты была крепко верующая, ты бы вопрос даже не задавала. Посмотрела, что за этим. Воспитывать, как для Бога, ювенальная юстиция вам не даст. Не даст. Я-то более старый, и поэтому я начальник детского лагеря ни день, ни два было. 45 лет, основатель его. Один год, в 99-м было, против меня воздвигли 3 уголовных дела. Уголовных. Это, вы понимаете, что это такое? 3 уголовных дела. И все я их выиграл. Все. То есть все было надумано. Сумеете ли вы это делать? И вам зачем это надо? Я-то ребятишек раздал, и на этом все. А они-то у вас никуда не денутся, из дома тащит, наркоманит, и ты ничего не сделаешь. Вот она бабка взяла, и сейчас пишут, они ее убили. Убили бабку. Она привела с собой парня, они задушили старуху, и все. Тебе это надо? Воспитать их как надо ты не сможешь. Надо жить где-то отдельно, не в городе. А она, в родители там бросили, может, какие-то наркоманы. Она еще и другими болезнями будет болеть. Я никогда не советую. Иди к священнику, что он скажет? Он тебе сказал, больше не рыпайся, сиди спокойно. Хороший у вас священник-то оказывается. Да, он сказал то же самое, что и вы. Ну вот. Один в один. Я его не знаю, не видал ни разу вашего священника, но я просто знаю... Видели. Вы у нас были? Где? Олег Рибанский у нас, Ребриха. Ну были, отец Олег... Да, да. Ну, мы знаем его, были у него. Но ну, раз вот он говорит, сказал, так вы так и сделаете. Значит, были, мы один раз его видели. Угу, все, спасибо. Думала, у вас какое-то мнение свое. Никакого у меня Пойдите. Мнения вообще нету. Я просто практик. Думала, что это Богу угодно. У вас правильно это имя вы, по паспорту Анжелика так и записано? Да, да. А вы знаете, что переводится ваше имя? Нет. Вы ангел.
Вот как переводится. Вы ангел. Так будь как ангел. Мудрая, крепкая, сильная. Бог вам помощь. И слушай священника. Спасибо. Спаси Христос, говори. Спасибо не говорят у верующих. Спаси Христос. О, умница. Достойно всякого истину, блажитесь о Богородицу, пресноблаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Рушую, сущую Богородицу Тя величаем. Да, тихо, молитесь. Милосердный Создатель, Господь и Бог наш, мы предстали перед Твоим величием. Ты сам сказал, чтобы мы просили во имя Господа нашего Иисуса Христа и приходящего к Тебе, Ты не изгоняешь, слава Тебе. Благодарю Тебя за этот день, за радость встречи с друзьями, за общую молитву и за эти занятия. Благослови наших болящих братьев Игоря, Сергея, Нину, Сергея парализованного, Александру, Фаину. Ты знаешь, Господи, всех. Помоги им, укрепи, дабы никто не возроптал. Милости Твоей полна земля. Жалься над нами, над нашими родственниками, найди их всех и доведи нас до желаемой пристани, до Царства Твоего Небесного. Хвала Тебе за все, наш любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 С Богом до среды. С Богом, да, завтрашнего утра.